means that we are speaking around 50,000 plus valid visas, and vast majority of them from the 18th of August will be blocked. We are going to make an official proposal to European Commission under the 8th package of sanctions to limit also, or to end effectively the issuing of Schengen visas, and also making a review on existing valid visas all over the Schengen area. Было все, что мы были все вместе, и вдруг вот так. Не знаю. Так нельзя. Надо дружить. Я думаю, что нельзя нарушать права человека, несмотря на все вещи, которые происходят. Вот. И люди должны перемещаться свободно. Ну, как канцлер Германии сказал, что это не народ, а кто это все сделал, тот отвечает за это. Народ не должен отвечать. Очень, очень плохо. Мы очень расстроились, когда прочитали эту новость, потому что вот вы, Европа цивилизованная, мы себя тоже считаем цивилизованными людьми и хотим тоже перемещаться.